Друзья, всем привет! Мы с вами вновь в парке львов Тайган. И в этом ролике полюбуемся на милых бенгальских белых тигров, которые прибыли в парк львов Тайган не так давно. Вы их помните, это три пломбирчика. Вот они, красавчики, какие они были пугливые. Просто-напросто прятались от людей. И сейчас... Вот что несколько месяцев жизни в Тайгане полностью поменяли их характер. Это ли не доказательство того, что все-таки характер формирует среда? И если в парке львов Тайган среда действительно располагает к общению, к тому, чтобы не прятаться от посетителей подальше, а наоборот быть ближе к ним. И вот даже вот эти вот дикие, можно сказать, звери превратились вот в таких вот спокойных, абсолютно лояльных к посетителям животных, потому что со стороны посетителей и персонала они видят только доброе отношение, угощение, ласковые слова, и вот результат. Результат налицо, что называется. Или на тигриную мордочку. Сегодня в гостях у них Елена Желябова, и они этому очень и очень рады. Вот так вот, друзья, что значит атмосфера Тайгана, где царит такое вот умиротворение и взаимный добрый контакт посетителей и зверей. Спасибо за видео Елене Желябовой, вам, друзья, за ваши лайки и комментарии. Всем мира и добра. Пока-пока.